mai. Cereți voi. În număr. De pe nașos vei deschise. Prete. Omne. Ovisaune. Din la trasfi. Mă sunt să pamă. Am mai mos, rivier, mai mos, nu de ego. Se păcăneai mă vor de la. De absolut contrar. Absolut mă vă protivă țăma. Of Supreme Lord, Sri Krishna. Всевышнего Господа Шри Кришна. And His grace in God. Пришествие в самой Его милости. I pray for His милости. To give me strength. Пусть Он дарует мне силы. To sing the glory. Воспевать славу. Of Всевышнего Господа Шри Кришна. And His party. Его associates. Вечным спутником. To sanctify my mind, священие своего сердца, and to get one обретение exclusive беспримесной преданности to Supreme Lord, Всевышнему Господу Шри Кришне. I pay my innumerable prostrates. Я приношу свои бесчисленные полные поклоны. Lotasti, lotasnam stapam. My most revered Guru Vaikra. My всевопоняемых Guru. And pray for their followers. Об обеспечении милости. Give me capability. Пусть они даруют мне способность воспевать славу Всевышнего Господа Шри Кришны. And His personal essence. Его вечным спутником. To purify my mind. And to get a sweet devotion to Supreme Lord Всевышнего Господа Шри Кришны. I pay my due respects to all who are present here, to hear Харитам, чтобы слушать Харитам. Supreme Lord.
Это реальность Вышний Господь. Lord of all worlds. Бог богов. He is one. Он единый. All jivas are coming out. Все живы исходят от Него. Пребывают в Нем. Существуют благодаря Ему. One who has got this knowledge, то у кого есть такое знание, highest objective worship, one, тот, кто знает, что высочайшее воспевание своего поклонения един, и тот, у кого есть безраздельная преданность Ему, только Ему, Эканта Дхира. Эк означает один, абсолют, Всевышний. One who has got one-pointed concentration. Тот, у кого безраздельная концентрация, сосредоточенность на поклоняемом Господе, на Всевышнем. And whom Supreme Lord thinks is all. И тот, кого Всевышний Господь считает своим, сакханам, виджаданана, whom Lord thinks he Всевышний Господь считает своим, своим близким, своим достоянием, своим дорогим, моим преданным, Ниджапанамом. Supreme Lord will not give him. Всевышний Господь wealth не даст ему of this world, богатство этого мира, of the upper world heaven, не даст ему богатств высших миров, райских достояний, не даст ему и богатств низших миров. He does not give он не дает wealth of his three worlds. Богатства этих трех миров такому преданному. We think, мы думаем, if Lord gives us wealth, then we have God. Бог дает, посылает нам богатство, значит, Бог любит нас, Бог милости. In the saying of Vritrasu, но в словах Vritrasu мы находим прямо противоположное. One who has got one pointed, тот, у кого раздельная, беспричинная devotion, преданность, one pointed concentration, the objective на своем уважаемом Господе и только на нем одно, Кришна считает своим дорогим для себя, своим дорогим преданным. Кришна не даст ему богатства этого мира. Почему? From the world, wealth of the three worlds or any other world. Богатство трех миров, любых миров, которые находятся в пределах этого материального космоса. Связанное с ними всегда будет зависть, всегда будет насилие. А если вы, у вас будет богатство, всегда будет насилие, зависть, недоброжелательство. Богатство неизбежно приводит к тревогам, волнениям, беспокойствам. Богатство неизбежно приводит к внутренним мукам. Будет коли, то есть будет ссора, будет раздор. Дашанам, there will be business, будут дашанам, то есть страдания, неизбежные, жестокие страдания, модо, и будет гордыня. And you have to take much tension to retain that и потребуется
и человеческие напряжения, чтобы сохранить себе богатство самым проявшим. Необходимо быть внимательным, бдительным на каждом шагу, постоянно думать о том, как это богатство удержать, столько людей будет, чтобы забрать ваше богатство от вас. И налоговые инспектора, и другие представители власти, и грабители, воры, мошенники. Поэтому Всевышний Господь, тот, кого Он любит, Он не дает богатства этого мира Ему. Но мы поклоняемся Господу, чтобы это богатство получить. Now I have to speak the topic some reverse with some different. Сейчас я должен сослаться. Дитрашу. Представление о демоне, о котором я говорю. В то время Дитрашу был вождем демонов, предводителем. Indra, Suro, Devaraj Indra, Indra, царь Деван Индра, chief of the demigods, возглавлял полубогов. Their stepbrothers, и они были сводными братьями. Постоянно они ругались. What is material? Always the problem. Они постоянно находились в ссоре. Now Дележе, Индра, император небес, all his forces, со всеми своими вооруженными силами, напал на Притрасу. И разразилась великая битва, великое сражение между ними. Деварадж Индра destroyed all the Деварадж Индра уничтожил все орудия демонов. Все их оружие было разрушено. Увидев могущество Деварадж Индры и его воинств, воины были напуганы и стали спасаться бегством с поля битвы. Then Dhritarashtra told them, why are you? А Дхритараштра сказал им, куда вы бежите? You've come to fight. Вы пришли сражаться, встретить противника лицом к лицу на поле боя. Those who flee from те, кто battle front, бегут, they are not heathen beings. Битвы они не люди. Their stools and urines. Они испражнения и подчас своих родителей, они сыновья своих родителей. Nobody will make this work. Рано или поздно нам придется умереть в этом мире. Трус умирает множество раз, прежде чем умереть по-настоящему. Мужественный. Герой умирает однажды. Чего вы боитесь? Если вы умрете, сражаясь здесь, достигнете небес. А если же победите, вы опять же достигнете небес. Вы ведете себя недостойно. Все равно они бежали. Покажите всю ему спину. Нарез за ними. The demons. Нарез за демонами, за асурами. And killing them. И убивали их. Were fleeing for their life. Которые спасали свою жизнь бегством. I see this Dhritarashtra. При виде этого Дхритараштры. River. Became river angry. Пришел в гнев, в ярость. You are. Demigods.
вы Девады, называете Боги. Боги начали так себя вести, они спасают свою жизнь бегством. А вы добиваете их, преследуете их, остановитесь, перестаньте. Несмотря на его слова, Девады, они все равно гнались за асурами и добивали. Это прекрасно сказал. Ну что же, если вы не хотите возвращаться к себе домой, Сейчас, если у кого-то находится в плачевном состоянии,
я не проявлю при этом никакой доблести, никакого героизма. Пусть вы после силы вернуться к ним, тогда я буду жертвоваться. Герои, добрые воины, выступают там. Никогда не убивают других без необходимости. Значит, не так, как мы сейчас находимся. Мы видим это сейчас по виду. Бритрасур не сделал ничего. Да, Индра, у Индры было такое качество, что находим его руки. Чему бы он не прикасался, какой бы он не прикасался своей рукой, его правая рука была исполнена огнем и нектаром, и он излечил любые раны, и он прикоснулся к рану стола своей правой рукой и сон пришел в себя. Опущенной, понуренной головой, поскольку все видели это сражение, и все прославляли Бритрасуру, поэтому Индра сидел с потупленной головой. А Бритрасура обратился к Девараджу Индре. О чем ты думаешь? Что тебя волнует? Убей меня. Я твой величайший враг. Твой величайший противник. Это твой смертельный враг. Бей меня и живи беззаботно, пока у тебя будет жить. Это тебе никогда не будет покоя. Бей же. Никто не хочет быть убитым. Никто не желает себе смерти. Почему же он говорит так? Наверняка в этом есть скрытая причина. Какие тайные намерения Бритрасур сказал? I know you have got with you thunderbolt. Смотри, я знаю, что у тебя есть молния. Молния эта сделана по воле Всевышнего Господа с помощью из лета Дадхичимуни, великий Акшери, великий Матри, и из скелета Дадхичимуни сделана эта молния для того, чтобы убить меня, поставив это убить ниже меня. Your garrison. У меня его величайшего брата, я достигну Supreme Master моего Всевышнего Господа. Внутренне он проклят Парвати Деви. Я проклят супругой Махадеви. И я родился как демон. Thunderbolt. Если ты метнешь молнию, у меня конец, и я достигну стоп моего. И ты будешь спасен от непрерывных тревог, волнений и страха. Все равно не брал в руки эту молнию. Врач Индра боялся, что не хочет умирать. Он может отразить этот удар, когда я метнул в него палец. Этот раз поймал ее и вернул удар обратно. Каким-то образом я спасся. Я остался, если же я вернул в него эту молнию, и он вернется туда,
конец, у него есть способность возвращать унесенное ему с еще большей силой. Поэтому Индра, он колебался и не решался на путь к нему. А Приташа сказал, подумай, ты преданный Всевышнему. Я также преданный. Но ты преданный, ты поклоняешься Всевышнему Господу для того, чтобы оставаться на небесах без препятствий, в мире и покое. Ради этого ты поклоняешься Всевышнему Господу. Но я поклоняюсь Всевышнему Господу не ради такой любовной цели. Всевышний Господь, а мой поклоняющий Господь. И я не связан с этим поклонением никаких желаний, желания получить чего бы то ни было в этом мире. Поэтому, даже если бы я пожелал, Он не дал бы мне эти богатства небес. Почему? Тогда прекрасно. Я Шампада Диви Урашая, Нарати, Саддеш Мутвигаади, Коли Вишна Шантрая. God will not give me this wealth. Бог не даст мне этого богатства, Он даст тебе. What? We have got one-pointed devotion to the Lord. Безраздельная преданность Всевышнему Господу. My own partner. Тот, кого Всевышний Господь принял как своего. Of this world, never will not give me. For that reason, he will not give me. Поэтому мне он не даст, даст он мне. Then Devaraj Indra was more afraid. Тогда Devaraj Indra, он был еще более напуган. Да, я поклоняюсь Господу для того, чтобы оставаться на небесах, в мире и покое. А этот Притраша, у него нет таких желаний. It's for the sake of the Supreme Lord's satisfaction. Он поклоняется Всевышнему Господу ради удовлетворения Всевышнего Господа. Более великий, если у него какое-то желание, все-таки есть какое-то желание небесного Бога. Богатство есть, то Бог устроит его желание, а не мое, поскольку я ниже Бога, хуже его. Да и настолько возвышенный преданный Бог, больше преданный, чем я. Деварадж Индра был еще более радостным. И все равно не метал молнию прекрасно. Да, Притраша снова сказал, что тебя волнует, почему ты колеблешься? Почему ты колеблешься? Чистый преданный. Не может желать ничего, кроме служения Кришне. Не может. Если даже мы допустим, теоретически допустим, что хорошо, из-за неверности у меня появилось желание обрести достояние небес, то I have got a desire for Vartmashtaka. Чтобы мне появилось желание, I have got a desire for fulfillment. Желание исполнения. I have got a desire to get heavenly. Достичь рая, достичь лучшего мира. What he will do? Смерти. He will put obstacles to my will. Что будет делать Господь? Он будет чинить препятствия моим усилиям. Out of ignorance. Если из неверности я буду пытаться. Material worldly properties. Получить, достичь, добиться материальных. You will put obstacles to me.
будучи преданным, мой член не препятствует, чтобы ты никогда не достиг успеха. Supreme Lord, you are worshiping Supreme Lord. You are desiring something. And he is putting obstacles. Then he has to throw down for you. You see, this is the cause of his love. His actual love is for me. Доказательство его любви. Его настоящий любовь. There is one red color tablet on the table. Красная таблетка лежит на столе. That is poison. Красная блестящая таблетка, ядовитая таблетка. Ребенок пытается дотянуться до таблетки и плачет. Дай, дай, мать не дает тебе. Не трогай. Если ты съешь, ты умрешь. In spite of that, mother, ребенок плачет, рыдает. Но мать дает ему это лекарство, несмотря на какую его истерику, лекарство проглотить эту таблетку, взять ее в себя. Она любит его. Другой же, он скажет, эй, не трогай, два, три же. Но если ты слушаешь, а, пусть он объест со своих красных таблеток, не помрет, но мать никогда не будет. Она любит его. He will cut his hand. Yet you will not allow она может отрубить ему руку, но не даст ему проглотить эту ядовитую таблетку. Потому что иначе like противный случай умрет. Если я хочу этих материальных вещей, богатства, for enjoyment, for getting beautiful чтобы наслаждаться, чтобы у меня была красивая жена, for getting name and fame, all чтобы я был знаменит и свежий. Ultimate consequence will be frustration. В конечном итоге меня всегда ждет разочарование. God knows this. Тяжелое страдание. Бог знает. This devotee is out of ignorance. He's trying. I do not try. Стремиться к этим вещам, я не дам ему. Или за уровень эффекта. Своей любви и заботы Господь поступает так. He's giving the obstacle, the opposition. Чинит препятствия, он ставит барьеры, он против. Who will understand? Кто поймет? The compassion. Сострадание. Guru Vaishnava Bhagavan. Guru Vaishnava Bhagavan. Кто поймет это сострадание? Those who have got no тем, у кого нет никаких других мотивов, если у нас нет других мотивов, эта корысть, она не осуществляется, мы думаем. Гурудев, Гурудев не милостив. Он против меня. Он не хочет, чтобы я жил хорошо и счастливо. Я сам они. Не жалко меня, не жалко меня, не жалко меня, но тот, кто хочет. Хорошее желание нет, они могут понять подлинную сострадание, подлинную милость, гуру Вайшнава. Почему они мешают? Почему они мешают? Ради нашего вечного блага. Ради нашего вечного блага. Если Господь Небес не захочет богатство небес, нас Господь не даст. Поэтому метни свою молнию, убей же меня. И живи беззаботно. Дварашиндра был напуган еще больше. Был поражен, слышал такие слова и из уст прекрасно, прекрасно, он говорит нечто, я даже не достигаю этого понимания. Больше преданный, более великий преданный. Господь будет на его стороне, будет помогать ему, а не мне. Я не смогу вернуть себе небеса, я не смогу убить преданного. И он все не метал, он не метал, как молнию. Когда прекрасно подумал, бесполезно. Индра. Индра постоянно думает, что
моего тела, представляешь меня, говорит, почему он говорит себе, он думает, что так же, как и он, я хочу полагать себе, ради этого распространяется бесполезно, бессмысленно, такая привязанность к мирскому. Те, кто получит богатство, когда они видят саду, они думают, сада они тоже приходят тут, им нужны деньги. Они думают так про саду. Человек из сада уходит, деньги нужны. Те, кто привязаны к сексу, то удовольствие, они думают, что эти сады четко не ходят, они ищут секса. А саду думают, that they are worshipping Krishna, они поклоняются Кришне, либо прямо, либо косвенно. Так заставляет нас думать, все поклоняются Кришне, либо прямо, либо косвенно. So it is useless. Поэтому submitting бесполезно молиться Индре. He's thinking all his mind. Он постоянно думает. Then he remembered. Вот думает так, настроил так, когда он вспомнил владыки, произнес молитву своему. Ом Хари Прабхупады Гумуна, Дашан Даша Бхавитас Мувия, Манаш Марата Шупатир Гунана, Ритабак Парма Парупитая. Бхакти, devotion, Бхакти, devotion, преданность, беспричинная преданность, являющаяся вечной может быть уничтожен. Даже родившийся демон, такое рождение не показывает, но прекрасный было разрушено его преданность, вечной природы его атмы. Он вспомнил Господа, Господа, Санкаршу, Бхагавана. Ахам Хари, Всевышний Господь. О Хари. Then I shall become again. Тогда же снова. Your servant of the servant. Я стал слугой ступени. Когда снова. Я займу это положение. Я был проклят. Demon bar. Я родился как демон. Мне не дано служить тебе, Всевышний Господь. Когда же? Когда? Я снова стал слугой. Слуг, твой слуг. Ахам Хари Дапады Гурдашам Дакасвитасу. Манаш Патео Жукатагина. О, Сукрилла. О, Всевышний Господь. When my mind will remember. Даже ум мой. Your transcendent sweet glories. Твою божественную, сладостную славу. Твой облик. When I shall get back there. Когда же вернется ко мне. Это память. Манаш Патео Клинитова, когда же я буду говорить, когда же я буду петь, когда же я свои слова, свою речь, я займу в описании славы имени твоих качеств, когда же мой язык будет для тебя, будет служением тебе. И все мои индрии, все мои руки, покаяющие мои вещества, когда же будет дать служение тебе, когда станет на тени, но и взывал, если мы действительно плачем, Бог при этом, Бог явится перед нами. Мы находим свидетельство в Шримад-Бхагаватам, что о чем мы говорим, что в Шримад-Бхагавате Саркаршан Бхагаван явился, Напармишна, Нагапришна, Напармишна. Здесь Брахмана
14 миров. В одной Брахмане 14 миров, и обладателем их всех является Брахма. Я пришел стать обладателем всей Брахманы, всей Вселенной. Это слишком большое для тебя. Ты не хочешь беспокоиться о такой большой собственности. Хорошо. Стань обладателем низших миров. Этого мира. All kinds of yoga-сиддхи. Возьми все йога-сиддхи. Все физические совершенства йоги, дам тебе, бери. Абнирбхаванба. Значит, ты хочешь освобождения, хочешь спасения. Бери. Без служения твоего лотоса я не хочу ничего в этом мире. Далеко не так просто. Если богатый человек сказал, что богатый человек, самый богатый человек придет ко мне. I should give some millions of dollars. Миллионы долларов, что ты за тупой чучук? Воздвигни себе здание, живи в этом здании, спокойно и совершай там баджан, прекрасно, Богу милостив ко мне. Я слава. Я вернусь. Говорите об этом легко, если кто-то придет ко мне. И предложит мне это. Могу ли я оставаться в баджи? Спросите себя много и много раз. Соприкоснулись вы с Всевышним Господом, соприкоснулись вы хотя бы на мгновение, вы выглядите это богатство ударом ноги. Наш Гуру Мрач отбросил вас, когда ему приехали. Просил, отшвырнул от себя. Я отшвырнул от себя. Чувство, умение переживать сладость. Любые предложения, любые соблазны вернут меня назад. Чего я буду тут такие сложности претерпевать? Буду жить себе и совершать баджан в комфортабельном условии. Я просто хочу. Потому что прекрасно. Помню об этой радости. Then I should be able to serve.
благодать. You should come. Ты должен прийти. I can не зайти ко мне. Я не могу прийти к тебе. В этом материальном теле, состоящем из трех ум, что плачет в материальной природе. Утешишься,
Если он пошлет своего представителя, своего такого совершения, сможет ли она утешиться? Найдет ли его сердце покой, если супруг не придет сам? Покуда он не придет сам, никакой представитель не сможет избавить ту мучение разбудит сына. У жены не нужно ничего, ей нужно только личное присутствие своего мужа, чтобы он был рядом. Это лучший пример. My inner heart is like this. I have the partitional heart. I'm not taking this. Так, мое сердце мучается из-за того, что рядом со мной нет тебя. Пожалуйста, прийти. Я прекрасен, я обычное существо. Я родился. Whether Lord is come, I am not so. Придет ли ко мне Господь? In a higher position of devotion. Я не такой возвышенный, незначительная тварь. Исполнит ли Бог мое желание, придет ли Он ко мне? Then lastly, и тогда, в конце, возносит своего любовь, свою молитву. Об этой молитве, от этой молитвы, Божий Отец, это Его высшая молитва. Должны внимательно Уттама шлока. Уттама шлока. God's name, both name. Имя Бога. Уттама шлока. Уттам, what is the meaning of Уттам? Что значит Уттам? Уттама шмали Уттама. Who is emancipated soul, realized soul. Свободные, освобожденные, сознающие свою вольную, которые избавились, спаслись из материального рабства, те, кто помимо этого преданные, чистые преданные, their objective worship is Supreme Lord. Они поклоняются Всевышнему Господу. Those who are enclosed by the Israel, Безвольные энергии не могут поклониться Кришне, они не ставят Тома Шлока. Тамари Шлока, те, кто освобожденные души, состоящие Бога души, чистые люди, успевают Твою славу, Твою бесконечную славу, Твое имя, Твои достоинства, Твои прелестные. Они воспевают, моя молитва, кем бы я ни родился, я не хочу спастись от этого рождения, рождения демона. Я готов родиться с него Богом, в птице, в звере. Я не хочу спасения от повторяющихся рождений и смертей. Милостиво, дай мне единственное благословение, чтобы с жизнью в жизни of your devotee. У меня было бы общение. And whatever все те обязанности, которые связывают меня с моим телом, и с теми, кто связан с моим телом, разрушить привязанность, уничтожить привязанность. Все, что привязанность ко всему, есть мне в этом мире. Положи конец этой привязанности. In trying to get your something of a daughter's feet. At least, whatever part I make, give me of your true devotees. Я буду подлинным твоих, подлинных преданных. Of your personal associates. Подле твоих вечных спутников, твоих близких. This is the service, not mission to Supreme Lord. В конечном итоге, это признание Всевышнего Господа, Господа, потому что если я встречусь с истинным Шуддхабхактой, то автоматически, без отдельного усилия, получим Бога, будет нашим, если мы будем
обращаться непосредственно к Богу. Мы не сможем его понять через Шудабхакти, через Сюкрета, мы можем понять Кришну, если Кришна даже является здесь, его узнать, если преданность эту позволит нам увидеть Кришну. Через преданность необходимость наша, это не непосредственное физическое прикосновение с Бхагаваном. What we want to get, мы хотим the contact of Shuddha Bhakta. Соприкоснуться с Шуддхабхакта, иметь связь с Шуддхабхакта, благодаря чему вечные духовные глаза на преданности появятся у нас в глазами, и мы сможем видеть Бога. Появился Нарисимха Бхагаван, также находился там. Был необычный человек, никто до того. Conditionally immortal. Он стал условно бессмертным, получив такое благословение Брахмана. Условно бессмертным. Без сражения, без каких-то битв, не вступая в войну, он делал богатство всех трех миров, он был могущественным и мудрым. Он не мог понять, что он Бхагаван — это Бхагаван. Не было преданного глаза, духовного глаза, сын его. Также находился там, Галвада. Он смотрел глазами преданности, видел Нарисимху Бхагавана, видел его прекрасным, видел Нарисимху Бхагавана ужасным, сильнейшим уровнем. Но Нарисимху Хиранья-Кришна видел его ужасным, устрашающим, глазами преданности, видел его прекрасным. Помни Нарисимху Бхагавана. Может быть, спасены из пуль, которые нас опутывают этот мир. Нарисимха Бхагаван спасет нас. We have got our attachment for money. Мы привязаны к деньгам. Мы привязаны к sex enjoyment, к половым удовольствиям, сексу, женщинам, славе. И все это играет Кришну глубину Нарисимха Бхагавана. Oh, the pressure.
прекрасно, прекрасно был не какой-то обычной личностью, необычным существом этого мира, прекрасно в своем предыдущем рождении был Махараджем Читракету. Читракету был другом Махадева. Его связывала дружба с Махадевом. А Махадев поклоняется Санкаршану. И Санкаршан был поклоняемым Господом Раджа Читракету. Читракету — это тот, кем был Вритрасана в своей предыдущей жизни. Now, when Mahadev, years ago, no such information or any kind of what we ever see in the human beings. У Махадева не было no such loss of character. Махадев не страдал, его не соблазняло, не возбуждало ничто в этом мире. В отличие от людей, Махадев обладает полной властью, полной силой, полностью обладает своими, владеет своими чувствами. Мы поклоняемся Махадеву как Шуда Бхакти. Но однажды он был со своей супругой на родителе, обнаженный. Махадев был ногой. Out of love, Krishna prema, потому что из любви Кришна према он забывается и он даже танцует ногой. Он не осознает ничто внешнее. Ecstatic feeling, переживая такой экстаз, сидел with his sponsor, со своей супругой Парвати Деви. So many persons are seen. И множество, многие видели его. At that time, his friend, и в это время его друг, Раджа Читракету, появился там. He saw, и увидел, но Махадев has got Mahadev no such mental, не страдает ни от каких ailment in any circumstance, and no mental ailment. Махадев не может быть возбужден никакими соблазнами, его ум не может быть беспокойством. Nobody can understand it. Не испытывает вожделения, вне понимания. Людей. Все наблюдающие Махадева в состоянии, они могут совершить оскорбление в Махадеве. Почему он занимается этим? И увидев эту сцену, он сказал, Прабхупада возмущена. Почему это он сказал? Тут же она проклинает. You are speaking this, the heart of this word. Ты произнес это слово, критикуя, осуждая моего супруга. Ты родишься как дитя. How did you understand? Парвати не смогла понять, why he uttered the word. Почему он произнес это междометие. Then, Читракету came bowed down. Читракету подошел к Парвати, поклонился ей. I didn't say anything attacking. Сказал, что я не сказал ничего против его суждений, его супруга. Мой супруг. Any kind of defect in his character. Его поведение, его характер нет ни малейшего изъяна, безупречия. I have uttered this word произнес слово «А» for the eternal benefit ради волнуясь вечно благо тем, кто присутствует здесь, поскольку они могут совершить преступление против
Господи, благословенствов Махадева и Абхазии, и Абхазии, и Абхазии, и Абхазии, и Абхазии, и Абхазии, я не осуждал его, критиковал его, неправильно понимал меня. Но хорошо, что вы скоро это делали, не хотите за тему, я принимаю. Я принимаю это как это. Абхазии, Тримат, Анвай. Махадев был смущен. He's my friend. Whatever you say, he knows me. My group. Why? He can give, he can retaliate. But he is a Vaishnava. He's got the power to do it. He's a Vaishnava. He will not lose your bhakti. Но бхакти вечная, даже если она родится там, тем не. Но с другими случаями не идет никакой страны. Это особый случай. Может быть. Гита. Отпечатков, которые наложили, остались в нем от его предыдущих грехов, может случайно совершить грех, но мы не должны называть его осаду. Кришна говорит, поскольку он находится на верном пути, он поклоняется Нике, он не отправляет поклонение. Даже после того, как он совершил этот греховный поступок, он покаивает. Подождите какое-то время. Мы не должны считать его осадой. Он обретет абсолютное блаженство. Арджуна, провозгласи всем йогами, всем гуарами, всем, кто поклоняется другим богам, мой преданный, когда не погибнет. Они служили Хирани Кашипу, в то же время они могли бы различать положение. The other day you were telling the story of Prahlada Maharaj. And you have mentioned that all the members of Хирани Кашипу's court knew Prahlada as pure devotee. How it was possible that those who were serving greatest demon had a discriminating power to understand who is devotee and who is not devotee, and if they understood why they were engaged in his service. Because there is that sort of capacity given in him. Потому что в человеке заложена такая способность. Every civilized human being. Любой цивилизованный человек.
имеет способность проводить различия между преданным и вечным. Видеть различия между добром и злом, добродетелью и пороком. Я видел это даже в своем детстве. Требовалось от Него, чтобы провозгласить святость своего сына Прохлады. Кришна брал своего близкого. И проклятие, которое дошло от Кришны. А другие же, четыре его двора, даже маленькие мальчики, слушали Прохлады, чувствовали влечение, правоту Прохлады. Поскольку это знание, дар Бога, способность понять, кто-то может применять это в своей жизни, кто-то может не применять. Но каждый понимает, в этом случае со мной. Я был маленький мальчик, я не те, кто убивал животных, они также хвалили меня. Как-то. Guarded language.
сосредоточимся полностью на этом и прием прибежище у Господа Стопа, тогда смысл его стоп выявлен в нашем теле. Смысл будет явлен своим интеллектом, своими интеллектуальными способностями, то, что он не стал понять. Поскольку я уже говорил об этом, после того, как скрылся из этого мира, читание Махапрабху и шестеро Госвами, оставались все писания. Но никто не мог понять, что есть подлинная Шудда Бхакта. Все находились во тьме. И начали столько псевдовайшнавских движений, прямо противоположных тому посланию, которое принесло читание Махапрабху, посланию Божественной Любви. That means that we should not reach Srimad Bhagavata at all because of our inability to understand it in the proper way. Does your words mean that we should not reach Srimad Bhagavata at all? Должны читать, мы должны молиться о милости Шрила Бхагавата. В этом наш духовный путь. Своим интеллектом мы не сможем понять. В жизнеописании Шри Чайтаньи Махапрабху в Южной Индии, в Ранганатха-дхаме, один брахман читал там гиту, но читал с неправильным произношением, поскольку не знал санскрита. All these Sanskrit Pandit scholars, ученые, они также заходили в храм, посещали храм, и говорили этому брахману, что ты тут читаешь, для чего ты читаешь, ты даже не знаешь, как правильного санскритского произношения. Брахман сказал, что же я могу поделать? Мой Гурудев велел мне, go through Gita. Читай Гиту. And whole Gita. 18th chapter. Читай Гиту от начала до конца. After that you can take to. Только после этого ты можешь что-то принимать. До этого ты не должен принимать даже капли воды. I know I have got no knowledge of Sanskrit. Я делаю то, что мне сказал Гурудев. Я знаю, что я не верю в Санскрит. Я не могу произносить слова правильно. Это я знаю. Yes, I am to obey the orders of my Guru. Все равно я должен выполнять волю своего Гуру. And he told me you should read original Sanskrit Gita. Я сказал, не читать Гиту на санскрите. The sayings of Krishna. То, что говорит Кришна. Понимаешь ты это или нет? And I agree. Не читаю. Now, when Chaitanya Mahaprabhu был в этом месте,
And he saw the Brahman, with reading with great внимание, and was weeping. И плача. Чайтанья Махапрабху стал рядом с ним. All the time. Постоянно. Всякий раз, когда читал Гиту, читал Гиту, коверкая санскритское произношение, Чайтанья Махапрабху стоял рядом. После того, как он закончил читать, он стал видел Чайтанья Махапрабху. Гибка перед собой его облика, что гибка личность Махапрабху. Он в замешательстве тут же предложил свой поклон. Он видел кого-то перед собой, подобного Нараяне. Значит, они Махапрабху сказал, Раман, я очень доволен. Слушай, как ты читаешь, я же не избираюсь в санскрите. I pronounce all these wrong pronunciations. Все неправильно. Не так, как нужно. Nothing of any word. Я не понимаю ни одного санскритского слова. But as for order of the Gurudev, при этом вы не понимаете ничего, что ж ты сказали? Ну, вот ответил. Я не понимаю пословные переводы. Гита дает Кришну.